Здравствуйте, друзья, с вами Борис Оборотов и компания GSMRepeater.ru. С развитием современных 4G сетей пользователи все чаще покупают роутеры с поддержкой высоких категорий LTE, которые способны на практике, а не в теории, развивать скорость более сотни мегабит в секунду. Такие роутеры поддерживают режим MIMO, агрегацию частот и некоторые другие технологии, позволяющие достигать невероятных показателей. Кстати, о технологии MIMO мы подробно рассказывали в нашем отдельном видео. Посмотреть его можно по ссылке в углу экрана. И ставьте лайк, если хотите такое же информативное видео про агрегацию частот. Роутеры с высокой категорией LTE, такие как Huawei B715, B628 или B818, стоят достаточно дорого. Стоимость этих моделей в российской рознице может запросто превышать 20 тысяч рублей. Но существует ли на рынке действительно быстрый 4G роутер за более доступную сумму? Как вы, наверное, догадались по названию этого ролика, такая модель у нас действительно есть. Вот она. Это Huawei B625. Изначально эта модель выпускалась для британского оператора EE, о чем красноречиво говорит логотип на корпусе. Однако сейчас в продаже этот роутер доступен всем желающим. Его можно использовать симками любых операторов, никаких ограничений нет. Первое, что бросается в глаза при знакомстве с этим роутером, это тонкий корпус с горизонтальной компоновкой. Устройство крепится на подставку и выглядит как классический домашний роутер. Это отличает B625 от других современных роутеров Huawei, которые получили обновленный вертикальный корпус. На верхней панели роутера расположены клавиши управления. Спереди светодиодные индикаторы, включая шкалу сигнала, а слот для сим-карты размещен снизу. На задней панели мы видим 4 гигабитных порта для подключения сетевых устройств и заглушку, под которой скрываются разъемы для внешних антенн сотовой связи. Конечно, роутер имеет встроенные антенны, которые отлично работают в городских условиях. Однако, когда вы перемещаетесь за город, например, на дачу, или спускаетесь в полуподвальное помещение, вам может потребоваться усилить сигнал при помощи уличной антенны, и в этом случае наличие разъемов будет более чем кстати. Но давайте поговорим о том, что находится внутри этого роутера и на что он способен. Huawei B625 относится к роутерам 12 категории LTE, то есть его теоретическая скорость достигает 600 мегабит в секунду на прием и 100 мегабит на отдачу. Имеется агрегация двух полос частот и поддержка технологии MIMO 4x4. А теперь скажем несколько слов о недостатках этой модели. Хотя Huawei B625 можно отнести к 12 категории LTE, эта модель не поддерживает агрегацию трех полос частот и модуляцию 256 QAN. Максимальная скорость достигается благодаря агрегации двух полос частот в режиме MIMO 4x4. Поэтому желательно, чтобы ваша базовая станция поддерживала четырехканальный режим передачи данных. Во-вторых, Huawei B625 имеет достаточно ограниченный веб-интерфейс, в котором отсутствуют некоторые сетевые функции. Например, здесь нет доступа к настройке портов и DHCP сервера. Для кого это важно, тем стоит присмотреться к более дорогим моделям. Однако эти недостатки с легкостью компенсируются хорошей скоростью и выгодной ценой. На момент записи этого ролика цена на Huawei B625 составляет 11 500 рублей. Ссылка на товар, как всегда, доступна в описании. Ну а я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!